Сертификаты на приобретение жилья по соципотеке получили 60 подмосковных медработников, среди них 6 врачей из Одинцовского городского округа. Они трудятся в Одинцовской областной больнице и городской поликлинике номер 3. Московская область – единственный регион, где действует такая программа. Она стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева для врачей, учителей, воспитателей, тренеров, молодых ученых и уникальных специалистов.